анонс и точная дата выхода 9 серии 6 сезона сериала «Пес». 9 серия сериала выйдет на телеканале ICTV 21 декабря. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как тело Алексея Норкина нашли в его же собственном доме. Неизвестный залез внутрь и трижды выстрелил в адвоката. Погибший получил две пули в грудь и одну в голову. Лёша на 100% уверен, что это ограбление. Ведь на месте преступления найдены следы взлома, а также исчезли некоторые личные вещи погибшего. Однако внимание Максима привлекли драгоценная картина художника Марка Ротко, которую вероятные воры даже пальцем не тронули. Возможно, преступники убили Норкина вовсе не из-за денег. Напомним, 9 серия 6 сезона сериала «Пес» выйдет на телеканале ICTV 21 декабря. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.